Маяковский. Три дуэта. «Слезы», «В огороде возле броду» и «Рассвет». Исполняют Елена Ольховская – сопрано, Антонина Ланкевич – меццо сопрано и Даниил Богданов – фортепиано. Thank you.
Это очень интересное сочинение. Автор Валерий Гаврилин, советский и русский композитор. Что интересного в этом цикле? Во-первых, он стопроцентно русский, как и вся музыка Гаврилина. Вы, конечно, знаете все его песни. Он писал практически во всех жанрах. И симфонии, и балеты. Балет «Анюта» знаменитый, который все слышали и видели, вероятно, в театре. Различные хоровые сочинения, инструментальные. То есть я даже не знаю той области, в которой он бы себя не проявил. Такой талантливый человек из Вологды. Ну, его уже с нами нет. Вот этот цикл, он интересен тем, что мы сейчас с вами проживем все вместе одну жизнь. От начала до конца. Вы открываете альбом, и все, что вы видите в нем, это все жизнь. Это юность, это надежда. Это события различные в жизни, это утраты. И альбом закрывается. В самом начале вы услышите тиканье часов, и то же самое будет в конце. И там даже кукушка будет слышна. Вот. Сделано очень интересно. Вот там много номеров, но они короткие. Да, сейчас 10 номеров всего. Значит, «Вечерок», «Маргарита за прялкой», «Лунным светом», «Чирики-чирики», «Ах, мой милый Августин», «Ни да, ни нет», «А нежность по сердцу», «Во дни твоей любви», «До свидания, вечерок». Исполняют Елена Ольховская, Антонина Ланкевич и Даниил Богданов. Выцвели чернила, бим-бом-бом.
Thank you.
хорошо, все хорошо, хорошо, хорошо. Всем пока!
Держись, заря! Thank you.
Ах, 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 как жаль.